Всем привет, друзья! Мы приехали в Мигею! Зацените это красивое, просто прекрасное место! Итак, у нас сейчас есть несколько заданий, которые мы должны сделать. Первое – это найти место, где мы обоснуемся, разложить там палатку, покушать, приготовить покушать, ну и, естественно, веселиться. Приступим. Ну что, мы обосновались? Итак, настало время перекуса. Первый перекус – это чечевичный суп. Чечевичный суп. Приступаем.
Так, ребята, пошли сейчас посмотрим наш лагерь. Здесь наш стол. Мы спрятали стульчики. На месте. Стульчики. Одна палатка. Здесь вторая палатка. И вот такой у нас красивый вид. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Это Радоновое озеро. Раньше здесь был карьер, потом его перестали разрабатывать, и природа сделала свое дело. И получилось такое очень красивое, чистое, прекрасное озеро. Ребята, как вам на озере? Скажите свои впечатления. Очень нравится. Вы молодцы. Ну что, мы немножко выждали, пока спадет жара, и выдвигаемся дальше. Посмотрим, что здесь красивого. Falling so hard, baby, heart, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, heads turning.
поднялись на самую высокую скалу в Мегее. И сейчас покажем вам, как здесь все сверху. Хотела сказать, чтобы Луша очень испугался на скале. Представляешь, он там, короче, испугался и прям аж так, когда увидел, что ему надо спускаться куда, он так испугался, бедный. И мне пришлось его на ручках нести, теперь я вся грязная. Как Пеппа? Угу. Время движется к вечеру, и сейчас настало время, ну, пати-хард. Поэтому мы сейчас создадим легкую атмосферу и начнем веселиться. Веселитесь с нами. Approximately 10 hours later.
Итак, за рафты мы договорились. У нас есть перед стартом сплава где-то 1.5 часа. И мы всей дружной компанией идем на Радоново озеро. Слышишь, что ребята говорят, что здесь добывали раньше гранит? Так. Ну и гранит вообще, и вот это все, то, что добывают, оно немного радиоактивно. То есть мы все-таки, ну, будем сиять после этого отдыха. Мы насытимся энергией. Позитивной, конечно. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Очень понравилось. Я плыла и гребла, и это было очень легко. Я думала, что я встану, мне будет тяжело, ну, как-то балансировать, что-то такое, что я перевернусь. Но на этой доске перевернуться практически невозможно, потому что она очень толстая и такая прям воздушная. То есть легкотня. Я выплавала целый день на такой. Можно мне в ванную такую? Хорошо. Все, я буду плыть. Так, мы покатались на... Как называется та штука, где мы катались? Мы покатались на таких специальных досках для катания, похоже чем-то на серфы. А сейчас идем, сплавляться на рафт. Сплавляться идем. Веселиться. Каньон для того, чтобы посмотреть его и вам показать.
На этой прекрасной ноте вместе с вкусной шаурмой хочу сказать вам спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Путешествуйте, Ледяно того стоит. Всем спасибо, всем пока. Пішли ми на майстер-клас по приготуванню коктейлів. 5 коктейлів ми приготували. І ми ще пробували текілу, джин. Кожного виду алкоголю п'ю 50 грамів. 5 видів. Зробили коктейль на текілі. В якийсь момент мені стало взагалі. Я зажигалки перевіряв, чи горить, і пив, знаєш. Да, да, красиво. Це мені Льоша подарував на день народження. Сходи, не народження, а на що? На Різдво, так? Да? Да. А бармен, він знав, чим нас добити. В кінці пішли лікери. Мастер-клас закінчився, а я вже в нулях, я вже в дровах взагалі. Я заходжу там за барну стойку, вже там газіровочка, вже там цим клієнтам видаю, там ставлю отак на стол, воно все розливається. Это одежда, да? Просто поважнее. Три часа у вас было, да? Да. Да. Ужраться вообще. Да, и мы типа, я им пишу, мы трохи запизнимось. Мы в говні, Ваня. Ну, так вот доповзали вже, короче, наша офіціантка приволокла, короче, за рюкзак. Ну, она так за капюшон мене тягнула. Каже, вот. А я, мы сідаем за стол, а я кажу, есть проблемка. Мы в говні, кажу. 200 грамм красного сухого. 0,5 темного вам. Все. А мы кормили кота? Да, да, кормили. А потом на утро. Мы ж походу, блядь, кота не покормили. Я ему насыпаю корм, и он так... Я так повертаюсь и скажу, Виола, мы кота не кормили. Это, у меня было, что компания... Угу. Она организовала, ну, тимбилдинг. Угу. Надо нас вывести на дегустацию вина. Она, думаю, прикольно. Ну, приехали мы в какое-то там приятное такое вот место. Думаю, ну все, отлично. Я еще когда садился, смотрю, какое-то ведерко стоит по центру. Я думаю, для льда, что ли? Смотрю, льда нету, думаю, принесут. Сомелье стоит, рассказывает так красиво, как надо там открывать бутылку правильно. Нотки, там, нотки жасмина, да? Да, вот это лобызнуть эту пробочку, там нюхнуть ее, еще. Все, и наливают, ну, блин, ну, я не знаю, грамм по 50, наверное. Давай, думаю, прикольная дегустация. Там надо 5 раз подсмакать, короче. Ну, в общем, я человек простой, я типа, ну, мы это пробуем. Щелк. Нормальное дерьмо. Нормально, там второе пробуем. Щелк, нормально пробуем. И это каждый как бы полностью выпивал. Заставляю. И все, да? Сижу и думаю, нахрена этот тазик вот этот пацан. Я типа, я не хотел спалиться. Ну, типа, что я невежа. Ну, поэтому я хуярил все до дна просто. Вот, я же думал, ну так надо. В общем, я смутно помню, как я вызвал такси, как я доехал домой. Но на утро одному мне было херово. Что-то 5-10, мы с пацанами, я говорю, блин, ну мне жопа, ну типа все, хана. Мне говорят, ты типа залпом что ли? Да, они говорят, так там же типа надо пригубил и слил. Я такой типа, о-о-о.